В этом году в Хайларе собралось особенно много гостей. 20-летний юбилей дружеских отношений предполагал насыщенную программу. Пятидневный праздничный марафон начался с возложения венков на Хайларском мемориале воинов-освободителей. Участники делегации почтили память российских, монгольских и китайских солдат, погибших за освобождение Китая. Еще одним историческим событием стало открытие парка антифашистской борьбы. На традиционной ярмарке китайско-русско-монгольского приграничного сотрудничества отличились читинские предприниматели. Достойно выдержав конкуренцию, они получили заслуженные награды за предоставленные работы. В рамках праздника также прошла выставка рисунков, фотографий, образцов каллиграфии и картин. Ну а хорошее настроение хайларцам подарил русский фольклорный ансамбль «Румяницы».